Певец и композитор Игорь Николаев впервые после 19 лет молчания рассказал о своих отношениях с бывшей женой Наташей Королевой. С певицей Николаев состоял в браке с 1992 по 2001 год. Сейчас, по словам певца, он не подписан на аккаунты Наташи в соцсетях, но она иногда отмечает его на разных публикациях, и он порой даже ставит лайки в ответ. Например, там моя песня «Почему бы не лайкнуть?» Это же все-таки кусок жизни. Она же написана была от чистого сердца, пояснил он в интервью Оле Довлатовой на русском радио. В ответ Довлатова передала ему большой-большой привет от королевы и поздравления с 60-летием, день рождения артист отмечает 17 января. На что Николаев просто сдержанно поблагодарил ее. «Спасибо большое, конечно», — сказал он. Сейчас Королева замужем за актером, певцом и бодибилдером Сергеем Глушко, известным также под псевдонимом Тарзан. Их пара считается одним из самых крепких супружеских союзов российского шоу-бизнеса. Танцор и певица живут вместе с 2001 года, в 2002 году у них родился сын Архип. Официально они оформили отношения 21 августа 2003 года.